В минувшие выходные в СК «Юбилейный» прошла губернаторская новогодняя елка, на которую пригласили около 1500 детей из разных уголков Верхневолжья. В спортивном комплексе ребятам показали ледовое шоу ледяной фабрики Ирины Слуцкой «Сон в новогоднюю ночь». Гостей праздника приветствовал губернатор Игорь Руденя. Репортаж с места событий. Участниками губернаторской елки стали воспитанники социально-реабилитационных центров, детских домов, школ-интернатов, дети из многодетных семей, семей в трудной жизненной ситуации, дети с инвалидностью, а также победители и призеры научных, творческих, технических, культурных и спортивных конкурсов, ученики православных школ и гимназий, лидеры детских общественных объединений. Собравшимся представили новогоднюю сказку на льду с участием знаменитых спортсменов. Тверской области по окончанию ледового шоу поздравил всех с наступающими праздниками. Я хотел бы пожелать всем, кто здесь присутствует, реализации ваших планов, исполнения ваших желаний, и чтобы у вас в новом году были только приятные события, чтобы у вас была хорошая учеба, чтобы вы не болели, дорогие дети. И я хочу, чтобы вы всегда любили свою Тверскую область. С праздником, с наступающим Новым годом! А до начала ледового шоу для детей была организована развлекательная программа, интерактивные фольклорные игры, творческие мастер-классы, ростовые куклы, аквагрим, тематические выставки. В завершении каждый ребенок получил сладкий новогодний подарок.